Команды Гомеля и Светлогорска стали победителями областных олимпийских дней молодежи по вольной борьбе среди атлетов возрастом 16-17 лет. Состязания проходили в Гомеле. У юношей лучший результат у команды из областного центра. На второй позиции общего зачета расположились борцы из Мозыря. Замкнула тройку сильнейших дружина из Кормы. У девушек трио призеров выглядит следующим образом. Бронза у команды из Гомельского района, серебро у Гомеля. Выиграли состязания спортсменки из Светлогорска. Лучшие борцы турнира представит регион на республиканских баталиях, которые пройдут с 4 по 6 октября в Минске. В состав сборной области войдут 10 парней и 10 девушек.